Здравствуйте, друзья и гости моего канала. На обзоре тушеночка смоленская и свинина. У нас до этого было тоже смоленская и из говядины. Город Калининград, город Советск. Так, вот. 325 грамм. Опустился. 50 рублей стоит. Посмотрим, что он нам покажет. Извиняюсь. Опа! Конечно, тушеночка. Говяжка. Показала себе так себе, ну, на свои деньги. Так, вижу пробку жира. Ну, пахнет тушенкой. А там как посмотрим. Вот жир в основном. Ну, это и есть. Потому что это свинина. Ну, ё-моё, а жир это как, правда, как в поросёнке. Вот это всё жир. Ну-ка. Желе вкусное, то есть, не такое. Как будто желатин. Вот всё выглядит. Ну, что мы видим? Мы видим то же самое, что и в говядине. Фарш. Тут реально фарш, а не мясо. Ну, что же. Мясо я не вижу тут. Фарш, есть мясо. А фарш мы знаем, как все. Рожки, да. Ножки. Попробуем фарша, так сказать. Ну, на свои, на 50 рублей, оно стоит свои 50 рублей, не больше. Ну, для леса, для экстренных случаев, где-то сделать замеску с макаронами, с крупой, пойдет, вот через будет сытнее с этим жиром. А так, в городских условиях, не знаю. Ну, вам выбирать. Ладненько, до свидания, друзья, гости моего канала. Ставим лайки, дизлайки.